Министерство иностранных дел Кыргызстана внимательно отслеживает события, а также ежечасные изменения в военно-политической ситуации в Афганистане, сообщает ведомство. Посольство Кыргызстана в городе Кабуле продолжает работать в штатном режиме. МИД Кыргызстана и дипломаты находятся на постоянной связи с гражданами нашей республики, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину. Напомним, Талибан, который является организацией, запрещенной в ряде стран, в том числе и в Кыргызстане, объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы вошли в афганскую столицу в воскресенье вечером и стали занимать здания госучреждений, в том числе и президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну и находится предположительно в Омане, Таджикистане или Узбекистане. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития. Представители талибов говорят, что взяли ситуацию под контроль и будут обеспечивать безопасность населения. Столичный аэропорт Кабула остается под международным контролем и продолжает работу.